Так вот оно что. Открывайте. Может, лучше откроем? Потому что такими темпами они дверь могут выломить. И будет хуже. Да, мне кажется, Емира права. Только, Емира, возьми что-нибудь в руки, чтобы отбиться, что ли. Входите. Вот они явились. Что произошло? Где все? Люси, я здесь. Я тоже. Остальные, мне кажется, или их забрали, потому что сквозь туман я видела, как они выносили их. Они еще кричали. Они ушли через портал. Я знаю, где он. У меня есть некий дар предсказателя. Поэтому я вижу, где они сейчас. И поэтому вижу, где сейчас портал. А сейчас скорее. Он всегда открыт. Вроде пришли. Так. Но тут нам нужно очень хорошо сосредоточиться, чтобы не попасть к ним. Я вот, например, быстрая. А у меня нюх хороший. А у меня... О, Ямира, твое время уже пришло. Я всегда видела в тебе некий инстинкт зверя. Поэтому пора бы тебе его использовать. А, ты чё? Ты чё? Ты чё делаешь? Что ты сделала? А, Ямира, да не бойся, ничего страшного не произошло. Всего лишь она поделилась с тобой небольшим волчьим инстинктом. Ну как сказать? Зато теперь, если они разозлят ее, она будет максимально сильной. Не максимально, конечно, но будет. Не бойся, в бешенстве ты сможешь победить. Я не понимаю, о чем ты. Ладно, бежим. Пора выпускать их. Ну что же, Ямира, сможешь ли ты побить свою лучшую подругу? Так, так, так. Что? Вот как! Вот как! Вот как значит, да? А ты кто? Даша, я кое-что забыла. Ну да, это я, Ямира, меня пани укусила. Скажем так, когда пани меня укусила, она, можно сказать, наложила на меня заклятие оборотня, но не совсем. В итоге я не могу заражать других и превращать их в оборотней, потому что у меня есть кристалл Лёдний, он исцеляет. В итоге мой укус, можно сказать, исцелил тебя от проклятия. А теперь пойдем, нам много чего нужно сделать. Остальные девочки тоже уже идут.